Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. И сегодня записываю очередную серию халявных голдов на моем бригадирчике. Откроем контейнер и посмотрим, что выпадет. Обязательно ставьте лайк этому видео, также комментируйте и участвуйте в розыгрыше голдов. Ну а мы начнем открывать наши контейнеры. Видео будет довольно-таки быстрым. Завтра у нас скидочки, так что качайтесь, открывайте тоже контейнеры, если они у вас есть, и все у вас будет хорошо. Ну а мы открываем первый и будем надеяться, что что-то годненькое сегодня нам упадет. Понял. Ну это самый полезный припас для меня, объективно. Лучшего припаса я не видел. Ну, разве что мины. Так, давайте открываем следующий. Нитры, ну это было просто шоколадно. Ну давай, мне надо крисы. Пожалуйста, мне надо кристаллы перед скидками. Объективно. Объективно дайте мне кри. Мины. Шикарно. И что у нас будет третье? Давай еще что-нибудь такое же. Ну, 3500 неплохо, в принципе. Можно было бы и лучше. Ну, так вообще печальненько. 125 нитры. 125 мин, 3,5К. Один из худших открытий. Сегодня скидочки. Вот смотрю на красочки. Красочки модуля корпуса. 30%. Не такая большая скидка. На МПК хорошая, 50-70. Так что заходите завтра, прокачивайтесь. Ну, а на этом все. Всем спасибо, пока.